каждом есть свет и есть тьма. Экспромт души в ответ на комментарий под фото человека одного. Тот комментарий состоял из слова «демон». В каждое мгновение мы выбираем, но не всегда мы это понимаем. На что обращает внимание он, то проявляет себя тут же в нем. Мысли влекут за собою настрой, ад или рай создавая собой. Смена внутри постоянно идет, вовне проявляется ангел или черт. Фото всего лишь мгновение лик, запечатляет настрой в данный миг. То, чем загружен его интеллект, это не значит, что Бога в нем нет. И если сейчас проявляется тьма, значит, что светом полнится душа. Свет этот высветил прошлую боль. Вам она кажется демоном, злом. В каждом человеке есть свет и тьма. Лея Аяна Сан.